Якутск станет еще безопаснее. Охранять спокойствие жителей и гостей столицы городской полиции помогут современные технологии. В здании межмуниципального управления МВД Якутска представили очередной этап проекта «Безопасный город». Напомню, первый запустили в июле 2008-го. Тогда он включал в себя кнопки экстренного вызова полиции, расположенные в разных частях Якутска, и несколько систем видеонаблюдения. За 8 лет число камер увеличилось до 117. Они охватывают главные площади города и некоторые районы. Сегодня к ним добавился и Губинский округ. Можем маневрировать нарядами, да, с учетом изменений оперативной установки, с учетом тех мест, где у нас установлены сегменты безопасного города, мы можем перенаправлять те или иные патрули в те участки, где у нас, к сожалению, на сегодняшний день нет этого сегмента, вот, и где по-прежнему остается сложная оперативная установка.